Едем поить лошадей. Приехали. Я им воду прямо сюда на поле привожу. Интересно, что это там такое? А? Вау. Ну-ка посмотрим, посмотрим, что это здесь. Это откуда? Друзья лошади. Кто это принес? Ты не знаешь, кто принес? Пес. Вы все носитесь? Давайте посмотрим. Вау! Седло! Давай, снимай его. Вау, что нашла наша мама! Поздравьте меня с днем рождения! Это мне подарок ко дню рождения. Сейчас будем открывать. Вау, что это? Ух ты! Какое! Тихо! 10 лет о таком мечтала. Ой, какой тяжелый! Вау! Кого примерим? А давай сначала на красотку. Или на монтету, или на монтету. Или на канату, или на Иван. Смотрите. Смотрите. Ой, какая красота. Посмотрите. Замечаете, а? Давай, мама, монтета коробка будет для наших игрушек. Давай. Круто. Обалдеть, очень круто. Лайк, лайк. Блин. Ставьте нам надо лайк. Надо его пробовать. Надо нам ставить лайк, чтобы вот это у меня радость. А? Красота. А что еще тут есть? Так, его, наверное, в машину положи. Ой. Только не наступи на хвост или на ногу. Так. Седло положим в машину. Спасибо, беру. Там еще кое-что есть. Помимо подпруги, я увидела, что есть еще что-то. Так, вот она, подпруга. Как интересно, подойдет или не подойдет. Но тут еще что-то есть, смотрите. Маечка. Ну-ка посмотрим, какую мне положили майку, на толстуху или на худую. Какой размер, как думаете? Ага, с надписью от магазина. И каталог. Ой, когда я первый раз что-то заказывала с этого сайта, был огромнейший каталог. Такой большой-пребольшой. А сейчас что тут? Поменьше. Угу. Всякая косметика для... лошадей. Ну ладно, потом я посмотрю. Сейчас неудобно даже так снимать. Да, они обнимаются. Они рады, что у меня день рождения и что у меня теперь есть австралийское седло, о котором я мечтала 10 лет. Ну что же, будем продолжать разворачивать. Снимем эти самые для ног, которые. Так. Красота.
Ну что, для первого раза получилось нормально. Коврик мне не положили комплект, а Вестерн седла. Я бы сказала, что он маловат. Особенно если всматриваться здесь вот в таких элементах, тут он будет, наверное, натирать. Но я все придумаю. У меня всяких одеялок осталось. От детишек дофигась. Ну что, любуемся. Я вообще не знаю, как одевать австралийское седло. И походу, вот. Ну, думаю, что я догадалась. Хорошо, вообще я попрошу своих друзей показать мне, потому что я однажды снимала, но там как раз-таки не видно было, как, каким образом. Я не предполагала даже себе, что тут такой будет хитрый механизм. Так что ждите от меня видео, как одевать правильно, как фиксировать седло австралийское. Тут немножечко по-другому и немножечко хитро придумано. А потом сейчас вот ремни, конечно, еще такие тугие, не натягиваются. Я уже прям заморилась их тянуть. И мне не нравится, что мой коврик сюда, конечно, длины моего коврика не хватило. Надо посмотреть, что используют. Может быть, подойдет от английского седла какой-нибудь. В общем, Вестерн седло. Это английское и Вестерн вместе. Понимаете, какая-то штука. И еще для таких, кто любит вылетать из седла, тут вот такие вот уши Микки Мауса, чтобы, значит, зацепляться ногами. Я заказала вообще себе другое седло на самом деле. Его не было. И мне прислали седло, которое дороже. Мне пришлось заплатить дороже. И это самое настоящее классическое австралийское седло. Хорошее, хорошее качество. Такие раньше стоили от 500 и выше. Евро. Ну что же, сейчас еще чуть-чуть затянутся эти ремни. Сейчас они немножко чуть-чуть спотеют, конь расслабит их и попробуем. На самом деле у этого седла очень крутая подпруга. Посмотрите, как она продумана. Намного круче Вестерн и английского, соответственно, седла. В нем два ремня. Одно держит седло, а второе вспомогательное, оно проходит сверху. И чем-то даже напоминает систему греческого седла. Оно так фиксируется поверх. И очень вот эта вот такая мощная. Она, наверное, даже не натирает. Не будет натирать, во всяком случае. И что еще тут круто, что круто. Ну, смотрите, во-первых, какой размер.
Не знаю насчет качества кожи. Так-то красиво кажется. Вспомогательные кольца. А это вообще потрясающе. Я еще никого такого не видела элемента, чтобы вот эти вспомогательные крючочки, так сказать, были сделаны в виде этих, как их, подков. Вот. Ушки. Еще здесь такая мощняцкая такая штукенция, вот это вот, видите, для, чтобы, значит, это с ремешком таким цепляется и за хвост. В английском немножко другая система, между прочим, но здесь, наверное, продумано и для английского. Но я не использую такой вещи, да? Поэтому, думаю, мне не пригодится. Но оно должно быть. Ой, не могу наглядеться. Вы представляете, а? Мечта. 10 лет моей мечте. Австралийское седло. Все благодаря вам. Благодаря моим зрителям. Сбылась моя мечта. Сейчас фото вот так сделаю. Вот. Поздравляю себя, поздравляю вас. Это что-то. Вообще я смогла затянуть еще на один. Здесь, ну, неплохо, знаете. Но пока что еще больше оно не затягивается. Ну, здесь, соответственно, видите, как это выглядит. Если я ошиблась, вот. Хотя сомневаюсь, что я ошиблась. Думаю, что именно так оно завязывается, что я правильно догадалась. И если я ошиблась, то фиг с ним, как говорится, для первого раза хорошо. Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем видеть, как мама будет сейчас видеть, ну, она идет по лошадке. Сами увидите. Ай, сиганье быстро! Смотрите, какая. Ну что ж, дорогие дети, красотки, девочки, красотки, мальчики и тетеньки. Пошли-пошли, беби, потому что тебя не любят. Пошли. Не важно. Так. Сандра, команда. Он сейчас, как всегда, побежит. Вот все остальные лошадки. Кранус. Не. Я ніколи вставали, о, за що з мене Мар'яна взяли. Ти-ти-ти-ти.
Нет, нет, нет. Сделаем ездовые лошадки, да? Идем, бежим, идем. Браво, бей, идем. Что-то он ко мне идет. Я его туда веду, чтобы покрасивше, поближе мне. Я развернусь сейчас, Маша. Давай. Стой там, не уходи. Вон Коля ничего не боится. Идут наши овцы. Идут наши мясо. Итак, смотрите. Это не игрушка. Не вези только ко мне. Ты что? Это камень. Прибежали наши овцы. Опа! Наши овцы прибежали. И здесь наша красотка мама. Смотрите, какая она красотка. А я смогу, мам, так с закрытыми глазами покататься. Да. Я смелая девочка, помнишь? Копыта какие большие. Он... О, Браво, Бетя. Он хочет. И Витушка, Витушка. Видишь, как смотрит Вита? Смотри. Да, и Вита очень хочет, мама, его. Он хочет быть ездовой. А, и Вита, смотри, как смотрит. Он этого, покажи, покажи. Так и? Подальше отошел, видишь? Ой, Коля, не ходи туда. Там конь подходит. Плата! Сандра! Конь, осторожно! Эй, не подходи к жопе, дурак! Сандруля! Смотри! Стук-стук-стук-стук, ду-ду-ду! Настоящая вечеринка! Настоящая вечеринка. Раз, два, три, раз, два, три. Вечеринка началась. А это кто это сейчас? А я поснимаю чуть-чуть лошадок. Памы, памы. Памы, 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 памы. Памы, 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 памы.
Паме, 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 паме. Ему нравится говорить паме. Паме, 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 паме. Беби, паме. Паме, 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 паме. Паме. Паме, паме, паме. Паме, паме, паме. Паме. Паме, 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 паме. Паме. Беби, паме, беби. Паме, паме, паме. Паме, 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 паме. Паме, паме. Паме, 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 паме. Паме, 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 паме. Потому что Таки не знает беби. Таки не подходил к беби, пока я на нем сидела, видела? Таки, ты красивый? Может быть. Хотя у меня беби красивее. Беби у меня ездовой. Вот. И копыта все дает.